За что вас доставили в МВД России по городу Хасавюрту? Меня задержали с наркотиками в карман. За наркотики? В каком объеме? 11 грамм. 50 с чем-то там. А что намеревались вы с этим сделать? Распространить по городу. Мне сказали, что это спортивное питание. То есть вы занимались сбытом? Да. А ранее занимались? А откуда взяли? Они координаты скинули через... Сказали, вот такой допинг находится, вот в таком месте закопанном. Возьми, перебинтуй их и разложи по городу. Сказал, хорошо. Я сначала искал работу в Авито. Они направили меня... Сколько вам давали? За одну поставленную 350 рублей. А как давно вы занимались этим? Почти месяц.